К 25-летию республики в Рыбнице откроют современный детский сад и противотуберкулезный диспансер. Сегодня строительство всех объектов проинспектировали представители автономной некоммерческой организации «Евразийская интеграция». Подробнее в нашем следующем сюжете. Это новое здание школы номер 6. Пока здесь слышен только шум стройки, но уже скоро будут раздаваться детские голоса. Сейчас полностью возведен весь монолит, за исключением актового и спортивного зала. Специалисты уже начали работы во внутренних помещениях и готовятся к монтажу инженерных сетей. При строительстве объектов возникли трудности с квалифицированными кадрами, а также поставкой строительных материалов. Школу, если будет решен вопрос с бетоном, конечно, который сейчас из Молдовы брать нельзя, а на территории Приднестровья он просто не доезжает до школы. Но мы надеемся, что с помощью администрации мы решим этот вопрос. Если он будет решен в ближайшее время, то мы, думаю, к Новому году и школу сдадим. Более быстрыми темпами идет строительство противотуберкулезного диспансера. Раньше у медицинского учреждения не было отдельного здания. Напомним, Рыбница занимает первое место по количеству больных туберкулезом. Новое здание позволит повлиять на эпидемиологическую ситуацию. Идут уже завершающие работы. Это благоустройство территории, это уже монтаж оборудования, в том числе и медицинского. Это где-то отделочные работы. Ну, все в завершающей уже стадии, поэтому осталось 2 недели до нашего окончательного срока. Я надеюсь, да я уверен, что мы справимся с этой задачей и подарим приднестровцам вот такой медицинский центр небольшой. На завершающем этапе строительства детского сада номер 6. Фасад украсили яркие рисунки, а в помещениях уже ведутся отделочные работы. Будет обустроена и территория вокруг дошкольного учреждения. Сейчас детская площадка напоминает большую песочницу, но рабочие уже приступили к установке развлекательного комплекса для детей. Кроме того, все три объекта ОНО Евразийской интеграции оснастят современным оборудованием, которое уже закуплено. Здесь будет, где детям отдыхать, бегать, играть, спортивные площадки будут. Сейчас как раз идут монтаж малых архитектурных форм. Вот такое, конечно, такая территория, она прекрасна, потому что детям, конечно, надо бегать и развиваться. Все-таки садик на 150 мест с расширением до 200. Условия будут такие же, как и в других детских садах, которые мы уже сдали. Это самые последние современные условия. Здесь все будут новейшие оборудования, будут прекрасные комнаты, и игровые, и спортивные залы. То есть детям будет здесь здорово. Уже скоро состоится открытие 2 объектов по линии ОНО «Евразийская интеграция». К юбилею республики рыбничане получат в подарок современный детский сад и противотуберкулезный диспансер. Ирина Гуско, Татьяна Семенюк, Алексей Минченко. Первый Приднестровский телеканал.